Всем привет! Меня зовут Аня Гусева, я стилист, приглашенный эксперт сети универмагов ХЦ. Сегодня хочу рассказать вам про один среднесрочный тренд, который называется вертикальная полоска. Очень многие дизайнеры в Париже, в Италии, в Америке, в Лондоне используют его в коллекциях SS18. И я хочу показать вам сегодня, как быть немного посмелее, как сочетать полоску с полоской, как сочетать разные полоски, разные фактуры и разные цвета, все время используя вертикальную полоску. Давайте поиграем в это, мне кажется, будет очень интересно. А в этом луке я нарочно не использовала рубашку или футболку или какой-нибудь шелковый топ, чтобы сделать его максимально вечерним. Очень красиво играет фактура пиджака, разная ширина полоски и некая инверсия того, что на пиджаке все-таки это черная полоска на белом, а на брюках белая на черном.